Самые худшие предположения оправдались. Строители сорвали сроки. Ремонт Октябрьской должен был завершиться в конце июля. Но уже август. 3 недели назад представители компании заверяли губернатора, что постараются наверстать упущенные сроки. Не получилось. Срок выполнения работы 31.07. Да, есть такое. Поэтому мне, вот знаете, здесь давайте мы будем исходить не из дня города, а из срока выполнения контракта. Ну, контракт большой. Будем стараться успеть к этому. Нет, вы не максимально будете стараться успеть, вы должны выполнить установленные сроки, это в первую очередь. Все остальное, взаимоотношения с вашими субподрядчиками, это ваши взаимоотношения, точно не наши. И город за это не должен отвечать никоим образом. Мы с вами и в силу погодных условий определенные издержки имели, это объективное обстоятельство, но сейчас, мне кажется, вполне себе достойная погода для того, чтобы выполнять все работы в срок. Если вам не хватает чего-то, усиливайте рабочими, усиливайте сроки выполнения, потому что рабочие жители не должны страдать. Ремонт Октябрьской выполняет компания из Воронежа. Работы подрядчиков еще в начале лета давала орловчанам повод для критики. Горожане не понимали, зачем нужно было демонтировать асфальт одновременно на нескольких участках, делая их непроходимыми. А мы ходили, учимся, ходили по этой спотыкайся. Мне еще ладно, я хоть и... А дети как... Дитя походить тяжело. Деньги выделяются, а подрядчики не справляются с работами. Виноваты, наверное, подрядчики и те люди, кто с ними конкретно работает. Вот. Но так затянуть, это основная дорога в Советском районе, так затянуть, это, конечно, очень некрасиво. Проблемы у подрядчиков были разные. О перебоях поставок плитки говорили чаще всего. Потом вроде бы все наладилось, но случилось это поздно. Мы решили свои проблемы с поставкой материалов, мы решили финансовые свои вопросы. Вот. И со вчерашнего дня у нас снова люди на объектах, и полным ходом кипит работа. Представители подрядчика делятся с орловчанами своим оптимизмом. По их словам, работы на объекте выполнили на 85%, а сама Октябрьская будет готова через 2 недели. Об этом сегодня по телефону нам рассказал представитель руководства компании. Но санкции к строителям применены будут, напомнил мэр Орла Юрий Парахин. К сожалению, мы должны понять, что подрядчик уже за рамками сроков исполнения контракта, у него срок исполнения 31 июля, и мы будем штрафовать подрядчика за неисполнение срока контракта. Поэтому мы сегодня поставили подрядчику задачу максимум к 1 сентября выполнить все работы на улице Октябрьской. Наталья Пехтерева, Ирина Волкова, Андрей Борискин, телеканал «Первый областный».